труд май, дорогие друзья. А если серьезно, рад приветствовать на другой жизни. Соскучились? Мы, как всегда, очень. Вот и наступил 1 май. Выбрались мы на длинные выходные. Идей много. Осуществимых из них не очень много. Но будем пробовать. Сегодня, короче, какая у нас цель? Цель небольшая, мы с дороги, естественно, уставшие. Но еще с зимы нам не дает покоя место, когда мы шли вот через этот лес. Тут у нас болото находится и лес. И ни с того ни с сего нашли наконечник стрелы и ножичек. На одном пятаке, там метров, может быть, 50 диаметром. Но снега было сантиметров 20 уже. Сами понимаете, что там под снегом можно еще найти. Сейчас мы попробуем повторить вояж туда, посмотреть уже, пока трава лежит, вообще замечательно. Пока трава лежит, нужно посмотреть, что там вообще такое. Там такая типа опушки. Ну сейчас дойдем, я покажу. Продолжаем снимать на зеркалку. Камеры пока в ремонте, та и другая. На телефон вот прошлое видео мне не понравилось снимать. Честно говоря, какие-то цвета шалелые, ну не знаю, я уже привык на камеры, ну или на зеркалку снимать, у меня цветокоррекция нормальная, а тут что-то чушь какая-то. То кислота, кислотные какие-то цвета потом меняются сразу от лучей, от солнечных, от всего. Не то это все. Вот. Ладно, друзья, добро пожаловать в лес. Лес сейчас обалденный. Здесь какая-то просека идет, вон у Любки фольга. Дошли мы до полянки, вон там она за этими деревьями покрутились. Кроме наконечника и ножичка там больше ничего нет. Ну, проверить-то надо было. Какая-то просека идет. Скорее всего, здесь вырубок много было в этих лесах. Вон, видите, вот, на ней тоже пачки сигарет, всякая хрень. Вот, сейчас чуть-чуть еще углубимся, там одно местечко проверим. Да, тяжелая дрына, так с рук снимать. Прикольно. Короче, вперед, там что-то метров 300, что ли, нам нужно пройти. Посмотрим там. Так, друзья, первая находка сегодняшняя. Так называемая сопутка. Не пойму, фокус есть или нет. Сейчас. Вот, это ножичек тех времен. Обычно они попадаются в местах, где попадается все остальное. Такая гряда здесь идет. По сути, мы по горке идем. Железо, да? А? Или цветной? Третина с железом. Какая-нибудь тоже трибухень. Сейчас посмотрим. Здесь как холм, такая гряда холмов. По идее, здесь массив-то здоровенный лесной. Да здесь гектар 90. Ну ты прям уж... Нет, здесь она уже длинная. Четко так. Что там за чехарда? Верховая, да? Да нет. Ну, ножички прикольные вот эти, они. Короче, если находите ножичек, то вокруг... Ходите, смотрите. Что это такое? Это что-то. Вбивалка, что ли, какая-то? Вон. Подожди, близко не подходи. Фокус. Ну, понятно. Сейчас. Она, видимо, обломана. Или не обломана. Она еще ржавая. Сейчас, секунду. Вот такая железяка. Как какой-то... Петелька, короче, какая-то, как будто бы. Кованая. Ну, кованый. Вот это интересно. Вот и интересно.
Сейчас здесь покрутимся, посмотрим, что здесь будет. Вот так вот идешь километров цать, а потом натыкаешься. Короче, за фокус сразу прошу прощения, потому что я на зеркалку еще зумировать не очень хорошо научился с фокусом. О, дождь пошел. Очень хорошо. Итак, друзья, выкопали. Сейчас я попозже покажу сначала какую-то железную руду, как будто здесь металл плавили. Смотрите, что теперь с фокусом не разобрался. Короче, одно уложено витое, а второе то ли заготовка, то ли просто колечко. И гладкое. Ну, то есть, сами понимаете, какие-то века. И куча железа кругом. Вон, там а что-то... плавыши железные. Сейчас пойду покажу. Похоже на железную руду. Сейчас покажу эту руду. Сейчас. Чуть не могу я эту руду найти. Куда-то под какое-то дерево положил такие. Ну, прям плавленные здоровья комы. Вот. Здесь звенит. А, да? Сейчас покажу. А, вон они, да. Так, зумировать не буду. Потом попробую сейчас аппаратно. На монтаже. Ну, два колечка. Это вообще бомба. Я вообще, честно говоря, ну, как бы это разведка. Мы эту полянку посмотрели, которую хотели. Там ничего нет. Дальше полезли смотреть вот еще этими, ну, где вот я и говорил. Прям сразу адреналин добавился. Ну, проснулся. Проснулся, да, не спавший ни хрена. Ну что, шашлычок вечером хочу. Все-таки 1 мая. Ну, друзья, точно, абсолютно мы думаем, что здесь стоял либо дом, либо какое-то строение. Куча ножичков вылезает. Ну, потом фотку прикреплю, пока приближать не научился. Кусочек керамики вылез. И сейчас покажу, подойду, что у тети Любы. Это вообще огонь. Угадайте, что там? Раз, два, открываем. Вот такая, переверни только ее. Привеска шумящая. И вот сюда привешивались там бубенчики. Лапки гусиные, финно-угры. Короче говоря, ну догадывайтесь, да, что здесь стояло, точнее когда. Давно. Ну это естественно, мы все закопали в прошлом году, чтобы все понимали. Ну а как же. Кстати, только что сверху нашел напильник советский треугольник. В куче этого всего добра. Ну не зря сходили. На сегодня, конечно, мы уже подустали, но деду земляному спасибо огромное за такое чудесное место. Мы, конечно же, сюда вернемся, возможно, шурфить будем, возможно... Ну, короче, здесь надо покрутиться повнимательнее. Я одену большую катушку на тракт, посмотрю, она поглубже. Вот, а сейчас будем выбираться в сторону машины и просмотрим еще холмики кое-какие. Пойдемте. Наша холмина вон там. Мы ее сейчас... обходим, идем в сторону машины. И вот такая находочка. Сейчас покажу. Вот такой крестик. Прям сверху валялся. Это где-то петровских времен уже. Это позднее гораздо. Вот, но целый, замечательный. Конечно же, мы его забираем. Это железные сигналы. Ножички, соответственно, про что я говорил, сопутка. Кочедык нашли. Я не помню, снимал я его или нет. Инструмент для плетения лаптей. Вот керамика, советы. Осколок кресала, кусок кресала. Огонь чем убивать. Прясло металлическое. Тоже необычно. Обычно они попадаются... цветнины. Ну и крестик. Это петровские времена. Вот эта штучка с крестиком интересная тоже нашли, но не целую, тоненькую. Кольцо, элемент. Вот чего-то такого. Ложное витое, еще одно. Ну и вот это гвоздь программы. Вот за это зачетище. Зооморфная подвеска финно-угорская. На этой, в общем-то, прекрасной ноте мы с вами прощаемся. До скорых встреч в следующих видео. Всем здоровья и пока!